Всем привет, я Спанч Боб Кит! Мы нашли артефакт, его зовут Луиджи. Он торгует оружием и контрафактом. Мы продолжаем играть в игру за Дарфилд. Подумай только, как мафиози. Проявляю уважение к таким вещам. Я пропускаю это видео. Серёж, так не вставайся, не ара. Окей. Хорошо. Здесь хорошо. Извините за Джонни. Не обращайте на него внимания. Он забыл свое место. Ладно, найдите этого Луиджи. С вами пойдет мой парень, Дольфа. Если что, он вам... Задание ясно, сэр. Опять, сэр. Иллюзия. Я ранен. Подай. Да?
Да. Ой, мальчики! Где ж ты так молодца? У Чак Норриса? Это я вчера учился, дорогой. А Фламика? Давай, Гоа, куда-нибудь. Если я не умру, то подарю мой карабин. Да, побежал. Я возьму твою душу позже. А теперь я истекаю кровью. Кончим неведомо боль. Сейчас я мужик видит. Сюда. Стреляйте! Я очень полезен. Есть у меня одна такая тема. Я тысячу лет собираюсь это сделать, но босс меня вообще на дело не выпускал. Вот теперь я ему покажу, чем я стою. Пожалуй, из тебя еще выйдет толк. Я боссу всегда так говорю. Замолвай за меня словечко, окей? Хотя бы чемоданчик. Давай штурмовать трейлер. Саги получит свое. Экшен. Я надо около тебя постоять, и ты меня полетнешь. Я около тебя постою, окей? Окей. Угадали. Ну чё там? Он говорит правду. Значит, больше он нам не нужен. Это... Я его убил. У него есть какой-то артефакт. Я его взял. Молодец. А теперь нам придет злые девочки, которые позже раз... Которые все голые. Я ранен. Решать не время, женщина. Что удалось выбить из Луиджи? Он ничего не знал. Теперь он в мире ином. А мы нашли еще один артефакт. Ладно, возвращаемся в особняк.
Может, Джонни объяснит, что за хрень вы мне принесли? Кстати, с этих мужиков очень много хп нам дают. По-моему, 200 Да, кажется. Я чувствую, как растут волосы. Странно. Так, что это у нас? Проси. Ага. В общем, я пропускаю. Ваши типа подтверждают, почему я так боялся. И почему я всегда прав. Черт! Ладно, последняя миссия. Ага. У меня есть кабин. У меня есть один. 5, 4, 3, 2, 1 Кстати, в этой миссии будет бочатик. Ну что там с... Ясно. Надо скорее понять, какое оружие нашло братство. Мы найдем тебе ответы, а мой меч напьется крови братства. Ты любишь братство? И это ты правильно делаешь. Я пока дальше про этот символ поищу. Если меня не пристрелят. Ну-ка, зачем я вот обвязался? Чё, не боишься меня? Не боишься. Меня убили! Помоги! Ша-ша! Иди! Я же тебе сказал, что мы очень помогли. Эти 10 тысяч не убьют себя сами. Давай, Гуча, ты нам еще не жди. Разбиваем! Разбиваем! Ванда! 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 Давай, убиваем, забываем. Давай, только дурак не забывать надо. Сердечки! Да, похоже. Короче, не знаю, на что она похожа, но прицел у нее есть. Так что мне будет легче стрелять, как настоящему. Ты слышишь? Смотри. Я губка-боб, мне не важно, с чего стреляют. Кстати, а где же ребята? Кто же ребята смогло бы оказать реальных людей? Меня ничто не остановит. Патрончики. Для страйкера. Кстати, страйкер это МП-5. Что это? Пистолет, это ПП. Я ничего не знаю. Не убивайте. Не убивайте. Дети, много детей. Прошу вас. Ты выбрал не тех друзей. И заплатишь за это. Говори, или умрешь в муках. Я буду снимать, мы не знаем. Утомоги! Все! Теперь делайте, что хотите! Я так больше не могу! Как пожелаешь! Как пожелаешь!
Очень неведомо больно. Он сильный! Ты говоришь, что ты умный? Я же... У него брони нет. Я его убью. Братство получит тьму. Судьбы уничтожить носителя, и мы умоемся кровью невинных. Я что, в машину не завалил? Его душу захватило братство. Мы должны найти копье судьбы. Загоните этого чувака. Иди сюда! Что-то здесь не так. От фургона исходит темная энергия. Едем на телестудию. Посмотрим, как она с этим связана. Ну что? Всем живет просмотр, ставьте лайки. О, извините, с вами Спанч Боб и кто? Я расшифровал этот символ. В общем, ничего нового я вам, друзья, не скажу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.